Всем здорово. Сегодня у меня будет немножко странное видео, в котором я вам расскажу, почему я не ставлю билет модули. Вот здесь у меня потроха фары Kia Sorento, если не ошибаюсь, 2. Вот, там стоит штатный ксенон, отражатели в хорошем состоянии, не выгоревшие. Вот так они светят. Ну, к сожалению, видео не передает всей, так сказать, картины, интенсивность. Я не знаю, как на видео передать. Вот, здесь у меня есть билет, модуль от какого-то автомобиля, то есть это штатный билет. Вот, и когда мы сравниваем его свет со светом от ксенона, ну, примерно плюс-минус все-таки билет, наверное, поярче. Вот сейчас он внизу светит, да, вот сверху штатный ксенон. Вот, возьмем другой билет, модуль, сравним его с этим ксеноном. Если кто специалист, скажет, от чего это. По-моему, это Mazda CX-5 или что-то такое из современных автомобилей. То есть я в сравнении ставлю штатный билет модули. Я не беру там всякие аузумы и прочую вот эти вот китайскую муть. По той простой причине, потому что все это одноразовое барахло. Там стоят перекальные чипы, которые там номинальный ток у них 1,5 ампера. В них вкачивают 2 ампера запросто вообще. Поэтому вся эта штука, она светит, может быть, и ярко, но недолго. Значит, вот здесь у нас штатный, вот это штатный ксенон сейчас, а вот это билет. То есть понятно, что билет его якобы пересвечивает. Да, то есть вот билет, вот ксенон штатный. А теперь просто делаем такое сравнение. Вот здесь я тот же самый Sorento прокачал своими модулями. А это пипец как было сложно, то есть вот мне пришлось менять линзочку, здесь вот если посмотреть, то там видны проставочные кольца, чтобы поставить, то есть задача была в эту рамку поставить мои отражатели с нормальным ксеноном. Теперь смотрим, как это все светит. По сути, те же самые лампочки, да, сейчас она вот разгорится у меня, по цвету немножко искажение есть. То есть вот вверху это штатный непеределанный модуль, внизу это переделанный модуль. Вот сейчас я их меняю местами. Сейчас внизу у меня штатный ксенон, вверху переделанный. То есть видно, что он прям, ну, по яркости, ну, очень сильно все это перекрывает. Особенно вот так видно. Да и так тоже видно. То есть пятно очень яркое. И сравним все это дело со штатными биледами. То есть нормальный ксенон со штатными биледами. Вот у нас светит билет. А вот светит ксенон. Какие нахрен биледы, ребята? Ксенон у нас 35 ватт. Вот это говно 23 ватта. И их больше я не видел. То есть больше 23 ватт я не видел штатных модулей. На многих современных машинах нету даже омывателей фар. Хотя по техрегламенту положен омыватель фар для любых источников света ярче 2000 люменов. Это означает только одно, что вот у этого биледного говна яркость меньше 2000 люменов. То есть они даже светят хуже, чем галогеновые фары на той же RAV4, в которой стоит 60-ваттная лампочка HB3. А, собственно, по этой причине я не ставлю биледы. То есть вот это, в принципе, считается это, ну, довольно-таки неплохой. То есть из всего того барахла, который у меня здесь есть биледное, вот этот светит действительно достойно. Но вот его, в принципе, пересвечивает этот ксенон, просто вот рвет как тузик грелку. Вот, поэтому биледы я не ставлю.